Напомнить о пожарной безопасности в майские праздники. С этой целью вышли в рейд инспекторы пожарного надзора совместно с сотрудниками аварийно-спасательной службы. Они посетили самые пожароопасные участки и места массового отдыха жителей. Поджигать траву, курить в лесополосе запрещается. Понятно. Вот, также вам напоминаю об элементарных правилах пожарной безопасности. Угу. Не перегружайте электросеть. В случае каких-то ситуаций звоните 112. Спасибо. Всего доброго. А вот этих молодых людей поймали с поличным. Они устроили пикник прямо в лесопарковой полосе. На первый раз нарушители отделались предупреждением. Мы-то не против, когда люди отдыхают, но все нужно сделать правильно. Для первого раза предупредим. Надеемся, что вы потом и сами будете осмотрительны, и друзьям, коллегам, родственникам подскажете. 100%. Такие рейды по местам отдыха спасатели проводят регулярно. И, как говорят сами специалисты, это позволяет не допустить в Химках стихийных пожаров. Сейчас специализированные службы работают в круглосуточном режиме. Мы хотим донести информацию до максимального количества жителей, чтобы не было пожаров, чтобы не было каких-то несчастных случаев, чтобы лишний раз не составлять протоколы. Напомним, что жарить мясо на костре в Химках можно лишь на отведенных для этого специальных местах. В каждом микрорайоне есть оборудованная площадка, в том числе и в парках. Впрочем, можно устроить пикник с шашлыками и на собственном участке, но при этом не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности. На приусадебных участках, то здесь необходимо также оборудовать специальные площадки из негорючих материалов на расстоянии не ближе 5 метров до зданий и сооружений и в радиусе 2 метров очистить эти площадки от горючих материалов и растительности и также обеспечить огнетушителями. В Подмосковье за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. На граждан до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до 60 тысяч, на предпринимателей до 80 тысяч и для юридических лиц предусмотрен самый большой штраф – 800 тысяч рублей. Александр Сергеев, Кирилл Зыкин, Софья Ткачева, новости Химки ТВ.